Меня зовут Наталья, мне 24 года. Я в прошлом году окончила Кубанский институт по специальности финансы и кредиты. Дальше искала для себя направление, где я могу развиваться. И у меня всегда была мечта развивать свой родной край. И считаю его очень перспективным. Поэтому выбрала данную отрасль, где смогу приобрести знания, которые в дальнейшем мне помогут. МГИМО – это такой вуз, которому аналогов в нашей стране нет. Он мировой, поэтому МГИМО этим все сказано. Здесь у нас в основном лекторы – это практики действующие, которые могут поделиться своим опытом, зарядить нас мотивацией и рассказать много не только про свои сферы, но и про свой путь. И это очень ценно, что ты можешь познакомиться с такими людьми. Вам дают определенное задание, и вы разделяетесь по командам и выполняете его. Например, представляете, что у вас уже свой крупный бизнес, и вам нужно перенести в него, например, какие-то CRM-системы, и какая будет лучше для вашего бизнеса, и вам объясняете, почему, плюсы, минусы. Это уже очень интересно, ты представляешь себя действительно серьезным человеком, профессионалом. Мне посоветовал наш преподаватель подать документы на стажировку в правительство Московской области. И далее я прошла все этапы успешно. В следующем попала в Министерство жилищно-коммунального хозяйства на стажировку. Это был очень интересный опыт. И для человека, который хочет попробовать себя в госслужбе, я обязательно считаю, что нужно сначала пройти практику, столкнуться вот со всем. Все равно магистратура – это уже у всех второе образование. И боялась, что угаснет этот интерес, вот эта мотивация к обучению. Но нет, все оправдано, очень интересно. Знания невероятные. Привлекает вечернее обучение, привлекает, что здесь собрались очень интересные люди. Также привлекает отношение кураторов этой стажировки. Любые вопросы не остаются незамеченными. Приобрела много контактов преподавателей, которым можно будет обратиться в последующем в качестве трудоустройства. И ребята, одногруппники, во многом уже состоявшиеся, можно у них и приобрести знания какие-то, и опять же помощь. Ставить себе четкие цели и двигаться в этом направлении. Обязательно верить в себя, не бояться, пробовать. Те знания, которые приобретут здесь будущие абитуриенты и студенты, они во многом будут очень полезны в жизни. Большой шаг на пути к светлому будущему.